Гирю, подвешенную на нити длиной 1,6 метра, раскачивают слабыми периодическими толчками. При какой частоте толчков амплитуда колебаний гири будет наибольшей? Для начала запишем дано. Длина нити L равняется 1,6 метра. Ускорение свободного падения G – это 10 метров на секунду в квадрате. Найти частоту ню неизвестно. Напишем формулу периода. Период T равен 2π умножить на корень квадратный L, деленное на G. Также напишем формулу частоты. Частота ν равняется единице, деленной на период T. Эти формулы нужно знать. Воспользуемся формулой периода. Тогда период T равняется 2π умножить на корень квадратный L, деленное на G. Также воспользуемся формулой частоты. Частота ν равняется единице, деленной на период T. Подставим наш период в формулу частоты. Тогда у нас получается, что частота ν равняется единице разделить на 2π, умноженное на корень квадратный L, деленное на G. Разделим. Разделив, получаем, что частота ν равняется единице, деленное на 2π, умноженное на корень квадратный от G, деленное на L. Подставим сюда наше значение, найдем результат. Тогда частота ν равняется. Посчитав, получаем 4 десятых Гц. Запишем ответ. Частота ν равняется 4 десятых Гц. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.